Всем привет, дорогие друзья, с вами Дориди, я хочу вам представить игрушку «Спецназ против зомби». Ну что ж, надеюсь, тебе игра понравится. Мы начинаем. Игра очень-очень классная, реально крутая. Подержи мне, пожалуйста, пальцы вверх, она тебе понравится. Так, мы что-то ищем, что-то ищем. Могу ли я вам объяснить стратегию сражения? Да, мне очень пригодится, тем более такая милашка. Я хочу услышать. Добро пожаловать на поле боя. Коснись экрана, чтобы продолжить. Окей. Ваша миссия очень проста. Ни один зомби не должен попасть в перфектиль. Сейчас в перфектиле идет строительство системы. Защита была полностью уничтожена во время последней атаки. К сожалению, все команды убиты. И теперь это ответственное задание предстоит выполнить вам. Вот так вот. Так или иначе, нельзя допустить, чтобы хотя бы один попал в перфектиль. Мы должны их остановить. Помните об этом? Теперь я буду учить вас как новичка командовать отрядом и рассказывать о тактике боя. Окей. Окей, хорошо. Перфектиль. Нельзя допустить. Так, вот он мой отряд. Коснись экрана. Хорошо. Коснись оружие, чтобы выбрать спецназовца. И все, я понял. Окей. Выбираем, давайте сюда поставим одного. Отлично, размещение каждого спецназа платное и ограничено по времени. Подождите, пока вы можете принять в отряд еще одного спецназа. Хорошо, я понял. Вот волна вверху, ребят, волна зомби. Я могу еще одного поставить. Вот мои золото, можно ускорить. Так, прикольно, я пока не хочу ускорять. Коснись монет, чтобы собрать ресурсы. Какие-то шестеренки, не монеты. У бойца спецназа... винтики. Ну, похоже на шестеренки, винтики. Болтики, я не знаю. У бойца спецназа закончились патроны. Коснитесь, чтобы перезарядить оружие. Еще надо перезаряжать. Так это сложно. Нужно еще касаться, чтобы перезаряжать. Отлично, выполнили задание. Можно бесплатно получить... На ранг выше. Так, окей. Ладно, идем дальше. Коробку нам дали. Прикольную коробку. Уровень 1, здоровье 260, урон 10, скорость 10 секунд. Дистанция 200. Новый код позволяет отбиваться от прущих на пролом зомби на ближней дистанции. Да, его сложно. Его сложно подбить. Откроем коробку. Что там такое? Монеты. Антидот и пистолет. Круто, круто, реально крутая игра. Великолепно, еще один спокойный день в перфектиле. Окей. Это штаб, здесь вы можете экипировать и улучшить свой отряд. Прикольно. Хотите нажать на новый значок? Давайте. Очень хорошо, коснитесь еще раз, чтобы экипировать. Окей. Окей, окей. Два раза, да? Раз, два. И мы экипировали. Снова коснитесь выбранного значка, чтобы экипировать бойца. Хорошо, новый спец. Нас готовы к бою. Прикольно. Так, это у нас пистолет. Здоровье 60, урон 30, скорость подготовки 5 секунд, дистанция 320, вместимость магазина 5, время перезарядки 0,5 секунд. Оружие. Мы можем оружие улучшать. Смотрите, револьвер. Г-17. Прикольно. М-9. Урон 45. У этого какой урон? У этого урон 30. А урон будет улучшаться. 45. Урон 60. Офигенно, офигенно. Прикольно, будем прокачивать. Пожалуйста, давайте наберем 100 пальцев вверх. Я пройду эту игру. Тут куча-куча всего интересного. Так, сразу следующий уровень. Теперь можем троих делать. Он пострелял-то, есть ли минки, нет? Так, ну что ж, я предлагаю начать. Сюда пистолета поставим. Я думаю, издалека мы отобьемся. Сюда ставим тебя. Можно ускорить. Так, отличненько. Нам коробка выпала. Это хорошо. Перезаряжайся. Не забывайте, ребят, перезаряжаться. Это очень важно. Все, двоих, я думаю, поставим. Все, мы уже победили. Уровень 2. Максимальный уровень, левел 2. Отряд. Отряд, так, решетка доступна теперь. Ресурсы по умолчанию.
Прикольно. Новый зомби. Зомби-красавчик. Прикольно. Красавец, я бы сказал. А, быстрый мертвяк, который атакует дважды, но слаб в ближнем бою. Окей. Монеты и пистолет нам дали. Улучшение пистолета. Уровень отряда повысился. Теперь вы можете улучшать своих бойцов. Выберите бойца, чтобы улучшить его. Так, а, ладно. А, назад, 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 назад жмем. А, нет. Прошу прощения. Так, а, да что ты будешь делать? Я вроде нажимаю. Так, коснуться для улучшения. Давайте. Коснись еще раз, чтобы улучшить. Что улучшится? Урон плюс 6 улучшится. И здоровье плюс 10. Так, улучшаем. А нужно немного тренировать. А, нужно много тренироваться, чтобы стать сильнее. Нажмите кнопку завершить, чтобы быстро закончить подготовку. Окей. А, то есть должно время еще пройти. Показы бесплатно. Супер спецназовец стал сильнее. А уровень спецназа не может превышать уровень отряда. Если вы хотите выполнить больше улучшений, улучшите уровень отряда. Для увеличения уровня отряда нужно много звезд, поэтому собирайте их как можно больше. Звезды можно получить, проходя уровни в различных режимах и по путем улучшения спецназовцев. Иногда их можно найти в ящиках с наградами. Увеличивайте уровень отряда, чтобы сформировать непобедимую армию спецназа. Прикольно. Пока что все круто, но я боюсь, потом слишком все будет больше и больше нас простить. Какой-то антидот тут есть. Можно снаряжение поставить. Окей. Так, есть магазин. Тут можно всякие ништяки покупать дополнительные. А, без рекламы, чтобы убрать рекламу. Ну, ребят, если у нас будет, конечно, по 1000 пальцев вверх игра набирать, тогда я буду делать донатики. Но пока что будем просто играть. А, вот награда. Собираем, отлично. Так, назад. Фух. Ну что ж, у нас третий, да? Сейчас город. Третий уровень. Так. Ладно, давайте погнали. Хочется, конечно, больше бойцов. Тут довольно-таки большое количество. Хочется их как можно больше открыть. Пока что продолжим. Третий этап. Давайте посмотрим, сколько у нас делений. Отряд спецназа в опасности. Прикажите им отступить. А теперь коснитесь бойца спецназа в резерве. А, так. В смысле, почему я не могу? А, вот он отступил. Отличная работа. Количество полученных монет зависит от оставшегося здоровья отряда спецназа. Вы получите максимум монет за полностью здоровых бойцов спецназа. А, замена отряда можно стать залогом победы. Окей. Я его не так, правда, поставил. Хорошо, будем ставить просто таких. Они будут. Будем отстреливаться. Перезарядка. Какая-то сильная волна там пошла. Ух ты ж, елки-палки. Отобьемся, нет, интересно. Я не могу поставить. Перезарядка, перезарядка. Вроде отбились. Собирать интересные монеты обязательно. Причем очень хорошо так отбились. Ранг повышен. Хорошо. Так, ну круто, круто. Штурмовая винтовка, прикольно. Показывает, как он бьет. А, здоровье 60, урон 15, скорость подготовки. Оружие для боя на средней дистанции. Три выстрела подряд быстро упокоит кучу стоящих зомби. Ну, дорогой, дорогой. Хочется его посмотреть в деле. Так. Коробка открыли, коробка простая. Попытайтесь стать сильнее. Более мощное оружие позволяет наносить больше урона. Каждый боец спецназа может использовать несколько видов оружия. Открывайте ящики, чтобы получить новое оружие. Собирайте одинаковые виды оружия, чтобы собрать из них более мощные образцы.
Выберите бойца спецназа для улучшения оружия. Выберите слот под оружием. Вот так, теперь сделайте улучшение оружия, применив карточку со всеми собранными деталями. Так, понял. Улучшим. Урон плюс 2. 500 стоит. Но урона будет плюс 2. Отлично, хотите испытать новое, более мощное оружие? Вперед на поле боя выдвигаемся. Но это только револьвер, можно будет потом использовать более мощные. У револьвера 5 патронов. Что у нас тут такое? А, тут ящики можно открывать. А, вот у меня звездочки. Я могу за звездочки купить золотой ящик, железный ящик, деревянный и простой ящик. Я думаю, мы не будем пока что покупать. Ой, звездочки это валюта. Все понятно. Все понятно. Будем аккуратнее. Экономить будем. А, новый боец. Давайте возьмем нового бойца. Там, по-моему, что-то можно прокачать нам. Да, можно бойца прокачать. А, экипировать можно. Пока не будем. Так. Кстати, тут даже несколько видов бойцов. Пистолет. Пистолет. О, здоровье 90. Здоровье. Здоровье, нифига себе, 115. Класс улучшается. Он, кстати, видоизменяется даже. Давайте пока тебя улучшим. 500. Отлично. Так, что прибавилось? Я что-то не заметил. Здоровье прибавилось. Так, ладно, пофиг, назад. Тут пока ничего не можем улучшить. Тут тоже пока ничего не можем улучшить. Хорошо, давайте продвигаемся дальше. Идем назад. У нас четвертая миссия. Тут карт много. Пока что до аэропорта только можно дойти. День, а есть ночь. Ух ты, то есть в городе можно ночью. Но ночью будет сложнее. Днем проще, а ночью хардкорнее. Давайте ночью попробуем. Мне интересно. Так. Серед, вот она ночь. Отобьемся мы или нет? Постараемся. Я хочу пробовать автоматчика взять. Нам не хватит на автоматчика, к сожалению. Хорошо, давайте возьмем дубинку. Отобьется, нет, интересно. Пока отбиваться, потом 225 постараемся накопить. Ладно, давай берем вот так. Надо помогать. Перезаряжайся. Так, коробочку взяли. Другой вышел. Забываю перезаряжаться. Так, ресурсы плюс 300. А, можно за звездочки покупать. Ресурсы. Не очень хорошо, конечно, прошли. Но самое главное, что мы прошли. Ночной режим. Прикольно. Так, давайте пока что... Ну, давайте второй ночью пройдем. Попробуем. Также идем. Help. Слушайте, ночью прикольнее, да? Постараемся на отлично. А потом уже днем будем проходить. Так, у меня 200. Так, окей. За 10 что? Давайте пока пистолеты возьмем. Будем перезаряжать. Не забывайте перезаряжать. У него всего лишь 5 патронов. Давай, молодец, справляйся, справляйся. Помогайте, ребят. Главное, чтобы никто не погиб. Окей. Че, мы отбились? О, ну отлично, нифига себе. Прикольно. Все-таки нам надо переиграть кое-что. Так, ну конечно же нам надо улучшить. Давайте улучшим автомат. Улучшение. Уровень бойца слишком мал. А, то есть я сначала должен бойца прокачать, а потом могу только прокачивать. Так это девушка, я думал это парень, это девушка оказалась.
Мне просто автоматом закрыто лицо. Так, что у нас тут? А, это зомби. Какие зомби? Тут много видов у зомби. Мы пока что только двоих видели видов. Их можно будет изучить. Так, ясно, ясно, ясно. Давайте вот первый пройдем. Тоже на отличном надо переиграть. Я думаю, сейчас мы переиграем нормально. Я поторопился первый раз. Так, ну давай. Я даже ускорю, да. Мы пройдем. Ускоряем сразу. Ставим тебя, ставим тебя. И чаще будем просто перезаряжаться. Так, монеток 102. Они сами не собираются. Они сами не собираются. То есть, если не собирать монетки, то они просто исчезнут. Поэтому нужно не забывать собирать, ребят. И у меня третий левел. Отлично. Окей. Купите принц со скидкой прямо сейчас. 50% скидка. Нет, пожалуй, не буду. А, так у меня монеток нет. 25 надо, да? Ясно, понятно. Так, давайте идем в день пока что. Четвертый уровень. Все-таки надо сначала день пройти, а потом уже ночь. Окей. Ready. И где мои автоматчики? Я что, автоматчиков убрал? Блин. А, все, он вернулся. Так можно тоже, да, меняться. Так, собирайте монетки. Надо собирать монетки, ребят. Тут нужно быть внимательным. Тут нужно правильно нажимать на кнопки мыши. Я думаю, отобьемся уже. Так, перезарядимся. Нормально. А, вон еще одна волна. Так, тут давайте... Помедленнее, помедленнее. Не, помедленнее. А, перезарядка, перезарядка. Молодец, отбился. Красавчик. Так, соточку нам дали. Окей. Плюс коробку. Коробку надо открывать. Новый автомат, так. Можем уже до третьего уровня прокачать. А, зафиксировать улица 2.7. Что такое? А, железный пруд какой-то. Кто такой? А, это еще недоступен. Все, я понял. Надо до улицы дойти. Идем дальше. Это уже следующий, я так понимаю, уровень. А, намек про третий экран. По третий экран. А, то есть можно так просто перезаряжать. Так будет эффективней. А, тут мы могли автоматчика взять. Да, можно просто водить. Все понятно. Так удобнее, да? Так, я не хочу пока торопиться. Так, монеток уже много. Давайте поторопимся, думаю, справимся. Идут, идут, идут зомби. Последняя волна. Ух ты, как сложно. Он молодец, смотрите, как отбивается. Хороший, хороший. На защите по-любому должен кто-то стоять, иначе вы проиграете. Новый зомби. А, много здоровья, используйте щиты. Здоровье 200. Урон 10. Так, а где мне могу взять щиты вот эти? Я так понимаю, щиты можно в любое место ставить. Вот не люблю, когда рекламки просто так вылазят. Так. Почему-то я вот тебя не выбрал. Отлично. Улучшить ее нельзя пока что улучшить.
Так, тут можем бойца улучшить нашего. Здоровье 80. А улучшение что нам даст? Плюс 10. Здоровье. Давайте, хотя ему здоровье не сильно-то нужно было, ему лучше урон, конечно. Он все-таки стрелок. Так, значит. Что нам показывает, что мы тут не все улучшили, да? Но мы пока что не можем автомат улучшить, так как у меня боец не улучшенный. Следующий уровень. О, так тут уже по две линии. Я думал, всегда будет одна линия. Вон оно как. Да, ребят, теперь сложнее. Теперь определенно стало сложнее. Так, пока что давайте по первому ряду пойдем. Окей, я готов. Офигеть, будет три ряда, скорее всего. Или два. Мне кажется, три линии, три ряда. Так. Самое главное не забывать перезаряжаться, успевать. Третий ряд мы пока что не можем поставить. И не забывайте ни в коем случае про монетки, про эти болтики. Винтики. Офигеть, офигеть, их слишком много. Это последняя волна, да? Отобьюсь или нет? Так, меняемся, меняемся. Так, это уже получше. Жалко, они автоматически не перезаряжаются. Это бы нам облегчило жизнь. Так, ну что, ребят, давайте в последний раз сыграем на сегодня. О, тайзер появился. Тайзер я хочу взять. А замедляет зомби, но они все равно могут атаковать. Прикольно. Урон-то у него есть. Урон всего лишь единичка. То есть он почти не уронит. Но он замедляет зомби. И немножко отталкивает, да? Понятно. Вот, в следующей серии мы уже побольше поиграем. Ну, по времени столько же. Но мы... Блин, путаюсь. Мы дальше уже пойдем. Много чего нового откроем. Так, идем, давайте посмотрим. Так что подписывайся на канал и поддержи меня лайком. Мне это очень-очень нужно. Так, конечно, изначально ставим тебя. Давайте тайзера поставим. Так его надо постоянно перезаряжать. У него один патрон только, да? Офигеть. А, чуть не упустил. А, уже 4, нифига себе, 4 уже линии. Залог успеха, нужно постоянно перезаряжаться. Так, все. Теперь только их осталось перезаряжать и все. Все, по сути, будет хорошо. Если будете вовремя перезаряжать, то будет все просто отлично. У меня всего лишь один патрон. То есть его надо постоянно перезаряжать. Надо вообще по автоматчику взять. Так, меняем отряд. Добейте же его уже.
Нам 100% дадут. Мы старались, никто не погиб. Меняться же можно, да. Играю, ребята, я на эмуляторе Nox. Периодически игра улетает. Ну, в принципе, это очень редко. Кстати, вот за все время игры у меня всего лишь одна реклама просто неожиданно выползла. А так все нормально. Играть можно. В общем, надеюсь, ты мне поддержишь пальцы вверх. Мы обязательно продолжим с вами. Дариди, всем до скорого. Пока-пока.